И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Рассовок, Кейстарс, Кленка, Сергей Тайм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня будем убегать от гровли гнома на машинах. Посмотрим, сможет ли нас догнать и замочить. Если хотите кушать, приятного аппетита. А мы начинаем убегать. Или, скорее всего, уезжать. Он очень классно разрушает машину. Отлетают колеса, машина начинает дыметь. Ну, взрываться, я не знаю, будет она или нет. Вот смотрите, колеса отлетели, видели? Все, одного он просто утилизировал. Красавчик. Досмотрите ролик до конца, потому что я буду сейчас ставить очень много гномов, и будет сложно, присложно выживать. Хорошо, давайте сейчас отъеду и добавлю еще, чтобы он мою машину не поломал. Самую модную. Чпонь. У меня самая модная. Не говори так. Во. Вот теперь толпа пошла. Так, это у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 гномиков. А, даже 8. 8 там вдалеке бегает. Уже тяжелее встает. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь, если вам нравятся эти гномики. И машину перевернули. Ой-ой-ой, колеса отлетели. Прикольно получается. Пока мне, что я ни разу не умер. Ну, конечно же, они медленные. Это не так уж и сложно. Были бы это бунги, была бы жопа всем. Что с моими колесами? Эй, а че у тебя машина так трется? Ты ее опустил просто? Да нет, у меня... А, у тебя колеса поломаны. Смотрите, какой гусанька колеса восьмерка идут. Уезжай, уезжай, быстрее, не сзади, гусанек, быстрее. А, ты не можешь управлять тачкой, или она не ездит вообще? Ездит, ездит. А, нормально. Все нормально, немножечко, конечно, колбасит тебя. Эй, мы же в одной команде. А че у меня колесо поломалось? Так. У них, получается, дамажит на расстоянии, что ли? Походу. Прикольно, офигенно. Но я все равно езжу, при этом, смотри, машина управляется. Да тихо, тихо. Ух, они там чувака забросали просто. Так, 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 надо разворачиваться. Это хорошо, что я машину приподнял. Вот это они там пацана раскидали. Еще, беги. Да что ж ты эту машину берешь рахитную? А, и слился. Хе-хе, так тебе и надо. А мы тут возле озера. Да? Я тоже еду к вам, пацаны. Я хочу с вами кайфовать. Давай, давай, давай. А, я вижу, вы на мостике, да, стоите там? Ага. Все, все, лечу. Сидим, кайфуем. А у вас колеса целые или тоже поломанные? Да, целые. А чё не, а чё не ломается? А твоя машина все уже, да? Крякнула? Нет, она ездит. У меня крякнула все уже. Так тебе и надо, гусанек. Теперь ты вообще не можешь двигаться? Вообще ноль? Все, не могу, да. Не заводится. Так ты при этом к ним не подъезжал? Ну, да. Это очень странно, они работают, но при этом очень круто. Блин, надо добавлять еще. Смотрите, они просто толпой гоняются за одним человеком. Надо их сделать так, чтобы они по всей карте разбрелись. Ой, беги, беги. Во, бежок. Погнала. Бежим. Гусанек, езжай быстрее, гусанечек. Я не могу. Еще колеса задние отлетели. Вот это же... Ого, кстати, гусанек, она хорошо у тебя боком дрифтует. Без колес, конечно. А я смогу заехать? О, он отлично заезжается. Блин. Я вижу, как они твои машины ломают еще раз. Так, я буду здесь сверху стоять. Надо подальше от них заспавниться. Вот это они опять сами дудками дудять. Блин, у всех колеса передние разломаны. О, гусонька, целая машина? Ну я заспавнился подальше от них. А теперь... Газуй! Да, газуй, 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 быстрей! Вот они уже и здесь. Видите, по всей карте начинают разбредаться, и все будет очень весело. Но это не предел. Мы сейчас добавим еще около... Я думаю, 50 штук нормально, да, будет? Нравится. Прям рядом, прям рядом. А где они? О, странно. Они как-то толпой ходят. Вы заметили, они не хотят по одному ходить. Они вон разбрелись. Уезжай, убегай. Ты прикольно с одним ходом валишь, пойдет. Тебе жопа, смотри, что сейчас будет с ним. Колеса отлетели. Блин, ну прикольно этот мод на разрушение машин. Мне очень он нравится. Пацаны, кто еще ни разу не умер? Я два раза. Я один раз. Я ни разу, пацаны. А я три. Представляете, как хорошо играю, вообще четко. Мне кажется, надо еще добавлять. Миша, все фигня, давай по новой. Я их в разных местах специально поставлю. Во.
Вот это же что на спауне творится? Они в футбол машинами играют. Пацаны, вы пока не ставьте там машины. Так, приближается гусунёк, готовься. И прыжок. На всякий случай лучше заранее прыгну. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, это было близко. Тихо, осторожно, осторожно, осторожно. Нельзя, чтобы они близко были возле машины. Они мою машину разломают. Нет, нет. О, нет, еще одно колесо. Подожди, я могу? Вот это колесо. Как? Получается, это мое колесо, когда я нажимаю газ? Оно без меня крутится, вы видите? Смотрите, вот вперед нажимаю, вот назад. Блин, ну прикольно. Тупая физика пропов, гусанек. Ура. Тебе нравится? Нет. Мне тоже. Ты зачем их сюда ведешь? Веди, веди их, чтобы все умирали. Так, давайте теперь на этой тачке погоняем. Так-с. Поднимем обязательно рессоры. И сразу сваливаем. Такс, такс, такс. Дим, посмотри, где я застрял. Я вижу. Они тебя сейчас скинут. Давай посмотрим, как ты за этот вылетишь оттуда. Так. Не, они не скинут меня. Они не улетели. Скинуть? Шаги. Ей хоть надо. Не, гусуняк, я тебе помогу. Жди меня. Ну не надо. Я выручу дружганя своего. Ну нет. Не, я не поеду больше. Я не поеду больше. У меня колеса нету. Не надо этого делать. Ну не надо. Пусть они тебя уничтожат. Я тебя прям скинул в этот в логово гномов этих. Это было прикольно. Так, я всего один раз слился. Гусунек, ты сколько раз? Уже 3, наверное. Я 4. Отлично. Блин, они опять объединились в кучу просто. Так, приближается. Приближается. Но они очень медленные, да, пацаны? Да. Мне кажется, надо еще ставить. Кто-то мало их поставил. Хотя я вижу, пацаны сливаются. Нет. Это, наверное, мне одному везет. Так. А! Блин, нафига я с машины вышел! Мою тачку уничтожили. Блин, вот это подпись. Такое ощущение, что он ждал меня, чтобы замочить. Так, так, так. Ставить машину. Гномик. Отлично, уходи. Так, давайте теперь возьмем вообще с другого пака. Вот такую тачку возьмем. Она очень круто управляется. Такс, такс. О! Я готовка. Гусунек нормально стоится? Да. Так, получается, они сзади дома постоянно тусуются? А, нет. А, они убили чувака и спустились. А, блин! Блин! Так. Нет, они не едут ко мне. Блин, и она заднеприводная, она наоборот кончено управляется. Без шифта надо ездить. Давайте к нам на мостик. Круто. Сейчас все будет, пацаны. Ай! Блин. Что, гусунек, разломали тачку? А, я вижу, вон твои опять колеса разлетелись. Все, все. Занима колес. На мостик еду, пацаны. Будем сейчас все вместе тусить. Давай, давай, давай. Мы должны выжить. Ой, а к нам, да, к нам бежит. Че, гномики идут? Нет, это не к нам, это не к нам. Нет, нет. Никак их все там. Его все за мной вообще бегут. Вот ну. Это там толпа. Ребята, все будем еще ставить. Это все фиг. А чья это кара стоит? Да, аккуратненько проеду. Я тебя вроде бы не скину. Не-не, все четко. Там все было продумано. Ставлю еще, пацаны. Мало. Мне очень мало. Я хочу много гномиков. Нет! Вот это жесть! Нафигачил. А! Блин, я пока стоял! Смотри! О, отлично, я живой! Блин, ну задний привод, это жипа вообще. А вот теперь будет весело. Около 60 штук, даже больше, чем 50. Мне страшно. Не бойся, не бойся. Ты просто стой на месте и жди, когда они к тебе придут. Я уже О, я знаю, как можно разнообразить эту серию. Они не дают. Пацаны, я придумал сделать так, чтобы было весело. Сейчас я вам покажу. Сейчас я отъеду на безопасное место и кое-что вам покажу. Ох ты, блин, вот это я увалился. О, колеса разломились. Да как они поломали мне их? Я же не был рядом возле них. Это что за бред? Тихо, мужики, тихо. Успокойтесь. Ай-яй-яй. Ой, я не буду вылазить. Давайте посмотрим, что будет, если я не вылезу с машины. Диппер, держись. Вот это звук металла у меня. Смотрите, как они меня облепили.
Выхожу с машины. Я живой. Отлично, это повезло у меня. Блин, это жесть. Отвалите от меня, я хочу машину поставить. Только не абунги. Да ну чего, они хорошие абунги. Да, они вообще милашки. Нет, они хорошие, они не бьют сильно же. Ай-ай-ай. Так, пацаны, гномиков. Отстаньте. Ах ты, блин, подсрачника прописал. Так, надо быстро машину ставить, валить. Все, валю быстрее. Слышь, а бунги не такие, что и быстрые? Или они быстрее, чем гномики? Они быстрее. Ну, может, они даже умнее чуть-чуть, чем эти. А, гномик, как колесо! Так, абунга, пожалуйста, не надо. Абунга, стой, пожалуйста, абунга! Нее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 ee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 
Просто улетела. Кистер, у тебя вообще машина жмыхнула. Что машина сделала? Жмыхнула, говоришь? Жмыхнула, да. Ребята, теперь у нас получается приблизительно... А нет, Абунг все-таки меньше, гномиков больше. А Абунга жестко на меня охотится. Давайте проверим, спрыгивает. Абунги спрыгивают, а гномики не спрыгивают. Абунги везде. Вот это я уклонился. Бля, а как мне машину поставить теперь? Ой, я сейчас их обману. Я смогу. Смотрите. Да, Абунга? Опачки, все, пацаны, падаете, да? Нет! А ты, блин! А! И вместе с бананом валяюсь. Машина! Ну машина! Ай! Ого, Гош в окно влез! Да ё-моё! Главное, что Диппер лежит и улыбается. Все, я успеваю. Газуем, 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 газуем! А, задние колеса! Не успел немножечко. Ах ты, ё-моё! Блин, они какие-то очень агрессивные. А, о, давайте от первого лица посмотрим, как это выглядит. Они как будто стучат мне в машину. Открой быстро! У! Идите. Так, машина. Газую, 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 газую. Машинка, давай! А, гномики здесь. А! Не успели. Машина, давай, я в тебя верю. Гусуняк, а ты где? На пирсе стою тут. Да. Все, я к тебе иду. Давай. Или еду. Ну, нет, не успею. Успею. Ай, колеса повредились. Не уезжаем, сами бежим. Это жесть. Блин, пацаны, это все. Это просто жипа. Согласен. Ух ты. Да ё-моё. Гусуняк, ты на синей машине? Да. Огурец. Я с тобой покатаюсь, давай. Поехали. Давай, гусанёчек, я тебе буду подсказывать, куда ехать. Так, правильно, за дом едь. Хотя ты так бы это сделал. Пять колес этот жмыхнуло. Ну, зато задние что были, ведущие. Гусанёк, ну что ты исполняешь? Ну едь, быстрей! Все, ты подписал нас. Бум. Сейчас. Ё-моё. Ой, блин, кто взял? Надо улететь, чтобы они меня не убили сразу. О, надо взять что-то такое необычное. Как у меня? Микроавтобус возьму. Ай, Абунга, говноед! Ладно, понял, пацаны. Опять в кучку собрали, чтобы нас мочить. Молодцы. Гусуняк первое место занял, Сергей Тайм второе место занял, а последнее место занял Кленка. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока!